Здравствуй, любимый зритель! Это продолжение FFA сериала Sid Meier's Civilization 6 за Конго. Но если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, ведь всегда лучше смотреть с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра. Литус, считать будем, или ты смирился с потерей? Давай посчитаем. Может, ты смирился с потерей? Ну, в принципе... Ну, короче, Влад, посчитаешь. Хорошо, скажешь, на ты сколько прогрузишься. Я не думаю, что ты успеешь нажать дважды. Ну, давай, посчитай. Парижу грозит осада. Там, не знаю, 1866 год. Я загрузился, если что. Савчик. Скажешь, Литус. Давай. 3, 2, 1. Нет. Сейчас хвалится, можешь просто подождать. Хотя на 9 ходов сработал. 9 ходов это не быстро. Я думал, это будет побольше. Чего ты скоро слабый-то город бьет? В корпуса или? Ну, сколько у города мощи? Два. Блин. Какой-то город вообще бьет? И стоит! Главное, еще тут военные лагеря вообще не бьют. А сколько у тебя ринкоров там? 80 где-то? 80. Ну вот они не бьют. Типа, если бы ты стену снес, тогда было бы все получше. Не, я думаю, они как артиллерия по городу же бьют. Это карта 82 тоже очень с большим трудом может взять. Ну, там нужно просто сбить хотя бы половину стены, тогда становится сразу намного легче. Да и механик так вообще. Фантом, но у меня туда уже танк едет к этому эру. Я сейчас еще, наверное, пара танков поедет. Я думаю, это ненадолго, конечно, город существует. На здоровье. Спасибо. Надо побыстрее воду носить, потому что у меня уже нормально такой осталось от войны. Андрей, я тебе сейчас гонка со временем. Что, Андрей? Предложение. Гонка со временем. С каким временем? Ты должен быстрее захватить. И кому я это должен? Ничего я не должен. Мне кажется, как в тебя объединяться хотят. Ну, пускай объединяются. Тут, по-моему, сейчас уже лидер индус, скорее, а не я. Почему это я лидер? У тебя танки, блин, с прокачкой на 4. А у меня с прокачкой на 0. Причем тут прокачка юнитов? Я явно на тебя нападать не буду, а ты по науке впереди всех. Да нет. Да, сказал Халецкий, который находится в эпохе атома вместе с Владом. Так а ты не в эпоху атома идешь, ты идешь в космопорты. Мы-то идем, потому что там танки современные.
А ты халяешь. А я чем, космобортами буду отбиваться от ваших танков? Самолетами. Которые надо сначала построить, да? Когда у меня колясок до хрена. Ребята, никто не улетит по очкам. Халецкий победит. Время есть еще 45. Не, я не думаю, что туда заслетит. Фантом бы мог, но он немножко отстал. Нет, есть шанс улететь. Время есть, они, в принципе, успевают. Ну да, в принципе, есть шанс у Фантома. Я не понимаю, почему, Грек, ты со мной всю игру воюешь. Вот что я тебе сделал за всю игру? Какие у меня шансы на победу, ты мне скажи. Как связаны твои шансы на победу с тем, что ты воюешь со мной? Задержать, чтобы подольше пожил Франции, я, может быть, развалить другую. А, вон где у тебя армия, Египет. Красава, красава. Я понял. Грамотно вытворяешь. Че, расскажи нам. Не-не, надо догадаться. Ну, че, хочешь сказать, что он к Фину все это вводит? А где Фин? Где этот копье? Ну мы же уже всю карту открыли, нет? Ну да. Ну скажи Лиссабон, просто, или? Где оно это? Лиссабона. Только я не знаю, а после повышения эта прокачка сохраняется? У меня такое ощущение, что нет. Я вот помню, играл, модернизирую прокачку на воде. С индусом вроде нет войны, что мне предлагают атаковать. А, два аэродрома. По-моему, много теперь помог. Ровно столько, сколько нужно. Есть-то хоть. А ничего, нормально сойдет. Ты про город? Да. Все, вы распилили шотландца. У него город еще один остался. Да? Там люди шотландца пилят. А вы все на меня. Почему-то. У него три города было, ладно, не три, пять. Пять. Ну, пять городов в сумме, 6. Два из которых вообще слабые. Ну, а у француза четыре. Нет. У него было семь. Факту... Да у него ну, нормально четыре. Нормально всего два города, поэтому, ребят, не надо рассказывать. Всего было три нормальных города, один играл там. Что там, где там кого бьют? Честно. Блин. Случайно. Хорошо, мне можно было ничего не давать. По-хорошему, да. Я же хочу, чтобы мы с тобой были дружочки и пирожочки. Ну, на концовку, если ты думаешь, что это повлияет, то это не повлияет. Вот так вот. Если ты думаешь, что повлияет на концовку, то это не повлияет. О, кстати, а уран у меня есть? Ну, а, есть. Я-то тут в позиции догоняющий. Нормально. Не, любой кусочек урвать это. Тебе нормально все, по-моему. Что-то подбирать. Это не нормально тебе. Что именно подбирать? Быстрее. Ну, давайте мне город. Лишний. Ну, типа счет? Ну, города, да? Да не то, что... Ну, вообще наука, производство всего.
дал тебе халявный город. Вот да. Тимплей. Да, играем друг на друга. Я не знаю, как ты выходишь, что я всегда рядом с Фантомом. Это не магия. Всегда, не всегда. Ну, в смысле? У нас с тобой только одна игра была за... Я помню, ты был за Японию, рядом. Я помню, ты был за Шотландию. За Японию это было 300 лет назад. Ну, да, блин. А за Шотландию я все равно тебе смог помочь. Ты был за Грецию. Грецию я не помню даже. А, за горгу. Да, да, да. Второй аэродром надо будет купить сейчас за Руан. Просто аэродром здесь, и очень хорошо будет Париж обстреливаться самолетиками. В нормальных всех играх я рядом с тобой. Прикрываю твою спину. Это я твою спину прикрываю, у меня больше никого нет. Еще и горы такие. Что-то у меня... Для современных танков денег нету. Одобряю. Для апгрейда. Как бы отметают любые попытки подумать о повоевать. Ты понимаешь, хорошая. Если бы тебя тут не было, эти горы были бы еще лучше. Ну это безусловно. Я вначале думал, все, у меня тут какие-то прикольные горы. Я уже вижу, как примерно можно ставить кампуса. Думаю, сейчас я, короче, разведу и поставлю городов 5, ну, таких типа сочных. И все. И это ГГ. А оказалось, что нет. А кому сейчас легко? Это ты правильно сказал. Ты еще мои деньги, по факту. Это мне тоже очень нравится. А, дистанция атаки 3. Фу. Всего 3 этих. Как много нефти на воде рядом с шотландцем. Да, еще и на воде было. А Темпл-майор кто-нибудь строил? Вроде нет. Надо построить. Помнишь, если хочешь, в Банзимбата. Прощаться, иди спать. Я тебе... Да я подожду. Я сделаю тебя счастливым, Влад. Да. Спасибо тебе, друг. Алексей. Да. Нужно мне нападать? Нет, зачем ты мне нужен? Я тебе говорю, что мне только француз нужен, а ты все никак не уймешься. Как он нападет? Я с тобой в союзе был, в союзе. Экономическом союзе. Нахера мне на тебя нападать? Ну, право на этого кегетян было там больше. Знаешь, что ты себе? Ты сейчас себе еще 33 хода мучения приписал. Я сейчас буду спать, ты еще будешь 2 часа сидеть здесь мучиться. Знаешь, тебе ничего не светит. Ребят, там нефть халявная. Забирайте. Что, где? Фига себе, там нефть. Я и говорю, там на море вообще жесть нефти. Там он на море там. Ой. В торговца загляните, пожалуйста. Ну я заберу. У меня нефть есть, но мне больше бонус денег интересен. О, вот это фигня, там мне не нужно. Ну, в принципе, сейчас уже бесполезная. Блин, с другой стороны... Вот джинсы я бы забрал. Я деньги... Я ж не буду покупать район. Ой, штаны. Могу я в Бамбе построить аэродром? Не могу. Жаль. Я ожидал, что ты... Пойдем тогда просто... Что ты, Фантом, конечно. Грустно было. Ну что такое? Саладин, зачем тебе этот ученый наряд? Потому что он дает плюс 2 золота за каждый стратегический ресурс, обрабатываемый в городе назначения.
То есть, в принципе, мои караванчики к моему другу Антому, с которым мы типлеем, будут теперь еще лучше. У него там где-то есть лошадка, где-то селитра, где-то железо, где-то уголь, где-то нефть. Ну что, тут как-то грустно все. Строительное построено, ну как-то вообще какой-то грустный город. То, что он так долго думал, о чем говорит Фантом, это уже не моя проблема. Если тебе нефть нужна, так попроси, он тебе может даст. Фабрика. Не, нефть или против. В войне помиритесь. Да, если хочешь, можем помириться. У меня нефть. А сколько я получу? 1000. Падение на юнит участника под действием атака города. Ну, такой себе, конечно, результат кризиса. Прямо скажем. Что я получу здесь? Участники делят между собой 7000. Ну, тоже такое. Мне со всеми делиться по 1000, только для того, что я захвачу Афины. Вавилон сожгли, да? Да, Инвиктус. Мой друг Инвиктус сделал... В смысле, Леон? Леон я захватил. А, Вавилон! Нет больше нашего Вавилона. Да блин, а почему я не успеваю щелк? Ты тремя юнитами пощелкал, что ты там не успеваешь? Да я... Да вы встречаете эту хрень, которая пишется, ваш город был обстрелян, блин. Я построил еще один биплан. А сколько там надо? Да. 3 биплана. Сейчас, секунду. Шотландец, это у тебя с Египтом военный союз, да? Да. А чё мне войну не объявил, что тебе помочь? Не знаю. Ой, я забыл, блин, я с арабом договаривался. А у меня есть. Блин, я забыл, что я хотел вверх идти, вот это выкапывать на его территории. Блин. Виноват. Перекол, у тебя есть военный союз? Агарек. Андрей. Есть. У тебя есть уже военный союз, да? Сразу. Я не успеваю своими шпионами ничего сделать. У меня вот сидят здесь. Фиг знает сколько уже ждут задания. Все надо к Фантому пересаживать. Египта, у тебя есть военный союз? Да.
Что-то я это, да? Мне прям уже смешно это становится. У меня нет военного союза, против кого ты хочешь воевать? А ты кто, араб, да? Я араб. Да. Но у меня с шотландцем. Он из игры вышел, последний. Ты не выйдешь сегодня, тебе так скажу. А давай. Хочешь военный дружить? Союзик. Да-да-да. Давай. Сейчас я его апну. Так, строители, Христос Искупитель. Это начинание, что у людей уран появляется. Помните, что перед проектом Манхэттен, когда у вас остается один ход до Манхэттена, нужно сказать. Это очень важно. И если вы можете строить ядерные ракеты, это уже вот то время, когда нужно начинать строить Манхэттен, точнее, если хотите. Он может убить, кстати, вполне, но я про такой уверен, город. Я уверен, что Алексей работает в этом направлении. Все работают. И Фантом работает в этом направлении, и Влад работает в этом направлении, и Индус работает в этом направлении. Я не работаю в этом Только направлении. Только Инвиктус работает в направлении на кого-то напасть и испортить игру. Кому испортить игру? Я тебе победу даю, Алексей. Я ничего себе. Если бы все так отдавали победу, были бы нормальные игры. Нахигонил опять. Ну, атакуй. Такой в 2D посмотрим. Все, пора Париж захватывать. Все, ребят. Спасибо за игру, Инвиктус. Спасибо за игру, Фармонгер. Фантом, уйди, пожалуйста, с Баломом в какую-нибудь сторону. Потом напишешь, Влад, что за нас. Конечно, с радостью. Ой, Инвиктус вылетел, грузим сейф. Нет. Не в этот раз? Да, я долго терпел, но... Не во мне была проблема. Не, там я думаю, да, у Андрея были какие-то траблы. Наверное, из-за того, что сейчас пик. Пик с портала, может там... Что, он же утро перезагрузил нормально. Сидим, играем уже. Сейчас нормально, да, не было вообще вылетов. Ну да. В любом случае, это, наверное, у Андрея что-то было. Мы вылетали ноги. Вылетали все. Вылетают все, но... То ж может быть от одного человека, понимаешь? Ну то, что я Андрея в чем-то обвиняю, не подумайте, как бы, ну это просто житейская ситуация, у каждого может быть. Просто по идее цифра так по-дебильному работает, что если у кого-то одного порулем с коннектом, античность, то краше, древний мир, средневековье, античность. Два варвара. Возрождение. Все, как насчет того, чтобы я забирал
правые города. Ну, если можешь, забирай. А чё ты ждал? Я не пойму. Чего ты ждал? Он надеялся, что его снесут, а его так и не сносят. Ну, да, вообще, никто не хочет. Не Египет спину атакует уже. Тебе уже Египет атакует? Я надеялся на это. А, надеялся, что он проатакует наконец-то. Но ему не нужны города. Я бы твои города сады все собрал. Ну блин, Египет, он какой агрессивный стал. Ну у него, наверное, просто начало... Он начал понимать, что он мало воюет, и его за это душат, он так войска не строит. Потому что его последних пару игр просто выносят там где-то около сотого хода. Не, ну в последней игре он стал вот агрессивным. Халявил и был за это немножечко наказан. Так и есть, так и есть. Не, по-моему, в последнюю игру он достаточно агрессивно играл. Потому что по-разному играл. Нет, последняя игра у него была за Голландию. Да. Египет, давай, может, ты грека заберешь, а я города француза. А у меня союз. Ну сколько у тебя с ним союз? Индуса, ты со мной не хочешь обсудить то, что ты города француза собираешься забирать? Или я тут как бы вообще... Ну, они мне нужны. Ну. Египет, давай ты спокойно Грецию забираешь, я француза. И идем на Халецко. О, еще и на меня идете, здорово. Вау. Вот это поворот, да? Я тебе говорил об этом. О чем? Ну что они на тебя нападут? Это индус только хочет, я не думаю, что Египет... Ну, окей, пожалуйста, ребят. Ядерные ракеты вас ждут. Что? Нет, ну понятно, что я еще не построил проект Манхэттен, но... Ну, во-первых, у них тут просто обычные танки. У меня уже сейчас современные будут следующим ходом. Шотландец, я на следующем ходу тебя доберу. Я просто понимаю, что мне могу дать 4 очка за то, что я тебя выберу. Ой. Тебе не нужны очки? Ну я не выхожу в золото. А, так тебе на этот надо. Ты не можешь на этот подрать? В смысле, я в темном веке сейчас. Если я возьму очки, я бы обычно выйду. Мне нужно 16 очков. Я ничего, ну это невозможно для меня, короче. Не, ну в темном это тоже хорошо, там и есть хорошая карточка. Да. Там коллективизация. Так, а где тут промышленная зона? Вот она. Египет, ну что, мы договорились? 3, 4, 5. А, не доходит. Блин, а нафига тебе эйфинча, ё-моё. Через сколько современные танки у тебя? Что ты говоришь, Антон? Эйфель-то тебе нафига? Я потом еще валету заберу. Ну, заберешь и чудо найти. Ну, а Эйфель, да, тебе нафига? Очки. Ну, очки, ладно, это 25 очков, это довольно много. Египет, давай армию Халецкого уберем, а она, блин, прокачанная, хорошенькая, а потом уже будем пилить там, что осталось. Так, а где она? У вас, пацаны, план хороший. Она под Парижем, у него армия. Рабочий план. Я прям слушаю и такой... Классно, пацаки все продумали. Ну. Я тоже слышу и думаю, во, класс. Ну, вы должны понимать, что я на Лёшу нападать не буду. Ну и не надо. Окей. Араб, предлагаю продлить пока наш союз. Я тебе бросал продление, кстати. Ну, я не считаю, что пока еще ты можешь определять по цвету игроков. Я бы напал на Лёшу, но негде. Ну, я не вижу смысла на него нападать. Ну, а поскольку негде, то мне как бы нечем. Нет, на самом деле, можешь упороться в флот и потом пойти забрать пацанов. Чего забрать? Кванга? Оно и так там сейчас сожжётся. Не, я не про Лёшу, я
не про Лёшу. А кого? Грек, может все-таки мир, а то там вот ребята нас пилить собираются, нет? Послал предложение. Он там тебе почти уже убил Кванга. Ну, да, за Кванга обидно. Да блин, это самый, это мой самый, ну просто вообще никчемный город из всех. Просто вообще же. Чмошный. Хотя он как-то у чуда стоит. Не говори так, Грек ведь старался. Вот бамба какая-то очень хорошая. И кампус, и коммерция, и театральная площадь, все в деле. Пойду на Брюссель, там, если успею. Андрей, ты лучше Вильнюс сноси. Да чего вы все против меня играете? Вы посмотрите, сколько у других людей всего. Я-то тут при чем? 328, Ганди. У вас не Ганди? Все, сделай, посмотри. Не знаю, я против тебя ничего, Алексей, не имею, честно говоря. Ага, кто сейчас сказал, сносите Вильнюс? Так он считаю, не только теперь бонусы дает. Алексей сейчас вообще лидер. Номер один. Может быть и так. 57 очков торговцев, ребята. Что там еще торговцы остались? Ну, ты еще не старенькие. 57 это очень много. И это ведь еще не предел, да? Ты еще и доберешь этого француза. Нет, я уже заключил мир с французом. А, да. Ну там идут ребята с армией на меня, зачем мне? Чтобы сделать тебе интересно. Да. Именно для этого идут. А то мне тут скучно было. Возможно было. Я вот вообще скучаю, вообще помираю. Не скучай, Фантом. Не помирай. Живи, Фантом, живи. У меня тут ретро-вейв играет. Немножко веселит. Спасибо за игру, шампанец. До свидания. Спасибо за игру. Спасибо за игру. Так, давайте мы одного апнем. Блин, 465. Пульс паровой машины, пожалуй, оставлю. А что, с ГГшками еще отдельно надо мириться? Нет, должны сами. Это с Египет. Египет, я тебе там мир кинул. К чему эта глупая вражда? Ну ты там моего разведчика ковырял. Обидно вообще-то. Ну сорян, так, я что-то смотрю надо. Красное, думаю, надо бить. Две электростанции, блин, я в них даже не вышел. Дуби, извини меня, полчетвертого уже ночи. Нафига это Кванга вообще ставил, честно говоря, сейчас думаю. Ну, в смысле, под чудо. Не, я с помощью него, кстати, в золотой век вышел, да. Это мне помогло.
Так, что там шпионы? Ожидают задания в Тбилиси. Нейтрализовать губернатора в Родосе. Тут похищение технологии. А у него нечего красть. Давайте, наверное, пересадим к арабу. Так, что тут ускорили? Да. Курили. Блин, две электростанции. И что, без электростанции, что ли, мне походить? Ладно, давайте так сделаем. Сколько у него? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять армий. Ну, ядеркой это все сносится. Просто одна ядерка, ну, и семь армий нету. Мне надо в ядерку сначала выйти. Современные танки пошли. Я воюю-то со всеми всю игру в этот раз. Уже надоело. Полуторный меч. Что за быстрое развертывание? А где тут самолетики в глобализации? Фашизме у нас что? Раб, что ты думаешь по поводу распила Грузии? О. Вау. Ну, защита неплохо. Я это предложение ждал всю жизнь, да? Всю игру ждал. Не, ну я думал, мы с Атомом братья на всю жизнь. А кто там, а кто это предложил? А кто предложил? Индус? Фантом, ну на самом деле ты можешь уже сдаваться. У меня уже флот плывет, грузин.
У нас 77 ходов союза, я готов воевать. Вот эти 6... Нет, 5 армат линкоров? Я думаю, что Фантом выдержит. Ну, можно подождать немножко, и будут ракетные крейсеры. Короче, место Инвиктуса занял Митяй, я так понял. Теперь он тут вармонгер. Не, ну, осталось. Ну, короче, тут... подумать об этом можно, явно. Нет, ну, а что думать? Смотри, у нас с тобой военный союз. Нет, тут все понятно. Ядерка. Ну, на всех, кто у него ядерки не хватит, наверное. Да, как бы мы тут со всех сторон пойдем, и он, ну, ничего не сможет сделать. А вы же видите, да, сколько у него промки? Я не вижу. Ну, прилично у него там промки. Нет, ну... Не, я ничего против не нападения. Ну, то есть, смотри, я думаю, что мне придется на него нападать в любом случае. Если ты хочешь приплыть и... Ну, я вот тебе... Ну, я тебе помогу только. Ну, ты ничего не хочешь забирать? Можешь себе прибережные нет, забрать. Нет, я морские города заберу, почему? Да, да, ну, Дамфрис мой, если ты не хочешь. То есть я забираю у него там Дамфрис, там, ну, может, Стерлинг ты мне отдашь, да, а остальные там города, вот, которые там Батуми, Скуми, там, вот эти вот, которые в континенте, забирай, пожалуйста. Не, ну, я себе морские. Дамфрис хотел себе оставить. Что? Я хотел Дамфрис себе оставить. Какого шпиона? Ну, зато ты получишь другие города, которые ты никак бы не смог бы получить с моей помощью. Стерлинг я точно не отдам. Да, Фрис, если хочешь, можешь, наверное, забрать. Да, Стерлинг, но... по лояльности туда отлетит. Вряд ли, да. Стерлинг... Подожди, так он от Дамфриса же сейчас не отлетает по лояльности? Не-не-не, он имеет в виду, что Дамфрис отпадет. А, ну да. Точно. Ну смотри, просто я забираю Стерлинг, Дамфрис, Тбилиси, Хашури, а ты все остальные города... Ну понимаешь, текущим своим флотом Грузии. Ты вряд ли заберешь все. Не, это. Ну почему? У меня еще будет флот. Я его апну в ракетный крейсер, и что он делает ракетным крейсером? Артой будет ее тоже тушить. Ну, удачи, я арту тоже смогу душить. У меня обстрел линкоров 3 радиус, у него арты 2. Удачи. С этим, с шариком будет тоже 3. Ну, с шариком. Ему еще надо подсвечивать мои линкоры. Не, ну я, ладно, я уверен, что у тебя есть возможность что-то сделать. Я не спорю с этим, просто... Это не так просто, как ты думаешь. Не, ну смотри, я просто сейчас приплываю. Ну да, вот я чувствую, на линкорах сейчас не очень получится. Вот на ракетных крейсерах я приплываю, и у нас получится. Через сколько ходов ты приплывешь? Через... Сейчас скажу. Так а вы же все видите через его. Через 6 ходов. Фантом, ты же тоже должен видеть его флот. Ну, может, чуть больше. Да, я вижу. Вот этим ты собираешься меня захватывать. Ну, попробуй противостоять. Да. Мы сейчас Халецкого еще... Ты подумай, мы сейчас Халецкого же еще сейчас снесем. Да. С Египтом поделим его. Да, о, да, давайте. Как-то, походу, у вас... Что-то, мне кажется, не снесете. Фантом, я тебе... Так, что я тут собирался делать? А, технологии похищать. А нечего похищать. Здорово.
Не, ну ты смотри, араб, я просто так же могу с грузином договориться, чтобы снести тебя. Ну, тут тебе так что мне зависит от того, насколько выгодное приложение вы мне делаете. Ты мне целый город один заберешь. Нет, Сербия. у меня танки еще подъедут к тебе. Это очень долго все будет, не нужно этого, угроз вот эти. В момент, когда тебе придут танки, у меня будут ядерки уже. Иди, ты что, как ты больно распыляешь свои силы. Да, как-то индус очень самоуверенно, по-моему, нет? Египет, а ты точно хочешь на меня нападать? Если мне Египет помогает... И мы с ним в союзе, то чё, почему бы мне не чувствовать себя уверен? У него современные танки, например, у меня их нету. Ну, у меня тоже современные танки, что? Я их вообще не пробиваю, не вожу. У меня армия танков умирает. Не, так Египет, я же тебе не предлагаю на индуса нападать. Не-не-не, я индусу говорю. Не, ну они у тебя же скоро появятся, ну и все, и мы снесем. Он не сможет с теми силами, что у него есть, противостоять никак. Ну как скоро? Ну очень-то и скоро. Но очень мало. Вот это поворот. Ну сколько тебе ходов надо танк? Ну ходов 23. Да ты прикалываешься, что ты серьезно? Выходил? Не, ну 23 хода, по-моему, не очень. Ну, как раз... Как раз конец игры. Да, да. Как раз к концу игры. Самое время. Фантометрия... Ну, Вавилон снесли, у меня наука упала. А ты уже решай сам. Нет. Я не буду с тобой воевать, друг, индус. Че буду, но не против фантома. А что, против меня будешь воевать? Ну я рассматриваю такую возможность. Подожди, 16 ходов в союз. Я как раз вовремя приеду. Андрей. Нет, только не снова. Я хочу проголосовать за то, чтобы Андрея отпустить. А его там жестко пилят? Нет, никто его не пилит. Нет, но у него... Никто не пилит. А, у тебя ты еще военной мощи, ничего себе. Тогда нет, Андрей, мы тебя не отпускаем, прости. Я против. Корабли устаревшие. Ну и что? Я думаю как раз, что сейчас уже не особо важно. Сейчас ядерки и кооперация решают любые вопросы. Не, ну тогда Лёша, наверное, Андрей будет нужен. А я с ним мир заключу, да. Тем более будешь. Чё я отвалил тебе? Так, две электростанции надо построить. Где у меня это быстро будет делаться? Тут сколько? 92 перехода. 80. Фантом, а ты хочешь потом так же повторить, как в последней нашей игре? Нет, я вообще не уверен, что я еще не смогу сделать, чтобы убедить. Не, ну я просто примерно понимаю, что мы можем ядерками друг друга забрасывать, и там на скеле кто-то должен забрать больше городов. Но, честно говоря, я не сильно вижу в этом смысле. Я лучше пойду Лёшу попилю. Ну здорово, да что вы все меня пилите-то? Не, ну Лёш, сейчас уже вопрос чисто счета. Кого можно забрать, того и нужно забирать. Всю игру, всю игру. Не, ну как, смотри, отобрать очки у лидера и забрать себе. Он на втором месте, по-моему, все нормально. Забирать надо вообще. А почему вы, почему, ладно, я, ладно, Влад, я не спорю. Ну блин, тут грек с французом, почему их никто не забирает до сих пор?
Я не знаю, почему не забрали Грета. Это вопрос к Египту. Не знаю, мог бы забрать, на самом деле, на Каве даже. Ты же индус сказал только, ты французские города будешь забирать. Я вот реально не понимаю, почему Египет на самом деле не забрал Греку. Он мог спокойно на Каве же прийти и сломать там. Плохие города, там очень много науки. Там Грек мог прийти и забрать Египет. Там у Египта там пол игры не было вообще. Там можно было просто приезжать, как бы на рынке. Так ты ж мне тоже всяких гадостей понаделал, а? Какие? Перекупал города государства мне. Мне там по 6 надо было. А у меня из-за того, что вера распространяется. Подговариваешь людей нападать на меня. Не было. Ну, да, не было такого. Было. Я просто напоминаю, что ты лидер. Я загрузил. Не было, да, поэтому мы рады, что ты загрузился. Надеемся, что потом все хорошо достаточно, чтобы не грузить сейф. Ну, все нормально пойдет. Вот это вот красиво ты сказал. Египет, а у тебя с греком союз, да? Да. Так, а ты отведи армию тогда на южные города Халецкого. Пусть там переброса. У меня союз. С Халецким? Не-не-не, с греком. Ну, продлить может. А, надо, чтобы... Египет, а зачем тебе участвовать в этой войне? Зачем тебе это? Я вот спрашивал грека сначала, зачем ему участвовать с французом в войне. Теперь я тебя спрашиваю, зачем тебе участвовать в войне против меня? Потому что мы в союзе. И что? Так а зачем ему тебе... Хорошо, зачем тебе ему, тебе помогать получать очки и выигрывать? Воюй сам. Не, я говорю так, про то, что я на грека... Он грека берет. Ну, на грека нападай. Ну, мне же ты войну не будешь объявлять? Сразу нет. А потом зачем? Египет, понимаешь, вот сейчас смысла нет тебе забирать грека и не идти на Халецкого, потому что у него есть армия. Мы можем его армию забрать, понимаешь? У него армия прокачана. А как я Халецкого еще и сделаю с ним? Понимаешь, у нас две армии, два кулака. Ты идешь на его южные города, ему нужно армию оттягивать, понимаешь? Она вот держит мои силы, да, но две армии она не сможет держать никак, понимаешь? И у него армия прокачана, он один на один у любого порвет. У него танки с четвертой прокачкой. Нам нужно вдвоем его армию сносить. И уже потом даже там можно с ним так как-то помириться, но смысла в этом нет. Есть смысл забирать его города, делить и все. Но армию его обязательно нужно снести. Зачем? Потому что эта армия один на один, она выносит любого. Если доедет. А что тут доезжать-то? Тут он 10 лет. Да тут ядерки сейчас уже будут, понимаешь? Андрей, там сделка. У нас, кстати, не просрочилось еще? Никто не проморгал свой Манхэттен? Я ничего не могу сейчас делать, если это выходит. Я в современные танки выходил, так что у меня пока позже Манхэттен будет. Я не могу. Ну так что, Египет, ты оттягиваешь свою армию на юг? Ну, сейчас грек примет, отклонит, и тогда выходишь. Я не могу ходить. Я не понимаю, ты Египет и грека не будешь захватывать? Ты просто подведешь армию ко мне и все? Так он захватит грека просто, когда мы вынесем твою армию. Вот и все. Когда мы вынесем тебя, он спокойно забирает грека. Блин, какой. Это очень странный план, да? Ты не можешь ходить, потому что... Не, ну а как, если армию твою надо выносить? Кому это надо? Египту? Ну, Египту и мне. Так пока Египет выносит мою армию, грек усиливается, и зачем ему потом... Как грек усилится с его... позиции?
Да выйдет современные юниты более апнеты. У грека наука 109. Как он, блядь, поднимется? Не знаю, что там ребята хотят делать, я не понимаю. Египет, ну ты чё, идёшь на южные города или нет? Ну тут, походу, грек на меня нападает, я не знаю. Ну ты чё, грек не сможешь вынести, что ли, я не понимаю. Вот это поворот. После войны с греком только смогу. Понятно. Лёш, давай тогда мир. А мы что, с тобой воюем? Не, ну, я не знаю. Мне-то чё на тебя, я вообще не понимаю, нафига ты идёшь на меня. Ну, вот я и говорю, если... вам надо француза планов, захватывать и грека. Так Египет не может себя поддержать, там грек. А греку нафига давать союз Египту это все позволять, я тоже не знаю. Короче, давай мир, я просто тебя с твоими прокачками один не забираю. Я планировал, что мне Египет поможет, Египет, а он воюет с греком. Индия, мы с тобой не воюем. Какой мир? Мы с тобой же не воюем. Ну, дружбу я имею в виду, дружбу. Дружбу? Нет, я не думаю, я думаю, что здесь по науке именно ты лидер, и я боюсь, что ты можешь лететь в космос. У меня такие сомнения. Хотя... Ракетостроение не открыто. Араб, грузин, да, вы думаете, может Индус улететь? Или не может? Может, конечно. Если ученый заберет... Как делать нефиг? Любой может улететь из лидеров. Если он с тобой заключает дружбу, он начинает читать проекты и нормально себя чувствует. Это, конечно, не в мою пользу, потому что я в середине нахожусь, но я все-таки не буду Индус заключать. Хотя, с другой стороны, блин... Есть флот у араба и грузина. Нет, ну, смотри, Лёш, понимаешь, сейчас вот Египет разберется с греком. Да, давай, давай дружбу. Тебя. Я не знаю, я тут в окружении врагов нахожусь, все против меня. Давай дружбу, действительно. Чё я должен... Если что. Так, а у нас обвинение, да, я тебя обвинил, я тебя не могу, да? Да. Ну давай, то есть у нас условная дружба с тобой до конца игры, да? До 150-го. Да? Да, да. Все, мы, то есть, до конца игры вообще не нападаем друг на друга. Да. Все, договорились. Египтяне, ты только что потерял свою возможность выиграть, потому что теперь они будут перед тебя. Нет, сначала мы будем пилить грека, наверное. Ну когда уже? Да, грека. Или просто уже закончит полдня назад. Все, в следующий раз я буду порвою, Алексей. Ну что за ультиматум? Ну а надо было... Ну не получилась игра, ну что, ну бывает. Слушайте, а какой штраф за милитаризм меньше, суровый или сильный? Вот у меня... А, наверное, все-таки сильный меньше, чем суровый. Ну самая большая, это, по-моему, внезапная война. Больше ничего нет. Ты что, серьезно хочешь союз со мной, дружба? Ты мои города не собираешь вообще забирать, что ли? Ты слышишь, что нас пилить собираются? Бейте только кто-нибудь Афины, ребят, потому что там же ну, деньги и все дела. Да, ну там мало денег. Нас четверо. Там по 1000 всего лишь каждому. Нет, по 2. С вершины этой горы, вот в этот пролив, или как это называется, расщелину. О, слушайте, вот этот, 2 emergency, они будут стакаться? Бонус для автокараванов на плюс 2. Без понятия, можешь проверить. Араб, давай проверим. Давай, я принял.
Ну зачем вы это делаете? То есть опять против меня, да? Не, ну мы чисто проверить, мы с тобой потом помиримся. Да. Или нет. Или нет. Ну надоели, вот всю игру. Ну посмотри, как у тебя все хорошо. А у тебя все плохо? Похуже. Всю игру, всю игру. Да, не, ну, Конго хороша, конечно, хороша, приятная нация. Так, а что это у меня за... Да я плюс одна престижа, полное говнище откровенное. Так. Попробуем похитить ускорение. А в Кутаиси у нас что? Похитить средства. Щепление ядра. Фантом открыл. Неплохо, кстати. Шедевры. А, подождите. Так, за каждый вижу, артефакт в этом тебе городе. Караванчики по плюс 5. Если будет плюс 7, значит работает. Ну, плюс 5, плюс 6. Примерно так, да. Конечно, хорошенькие тебе клетки стали после того, как ты чудо построил в тундре. Кто? Клетки в тундре. Там, где чудо, вообще очень вкусно. А, ну они топовые, топовые. Если еще получается усилия на них наложить, это прям вообще... Но у меня не получается. Че ты себе по-моему лучше в Манхэттен? Ну, если у тебя следующим ходом, то ты говори. Да, у меня следующим ходом, конечно. Недооцениваешь ты себя. Я думаю, что просто никто пока не вышел, потому что там кто-то в танки шел, кто-то в самолеты, кто-то там может вообще лететь. Да, да. Неужели никто не шел в ядерное оружие? Не, ну может кто-то уже его читает, проект, но просто еще не... Ни один ход остался. Не идёшь, если Илюша на следующий ход паузу поставит. Блин, египтянин, а нафига ты столько послов в Окленд бросил? То есть я его освободил. Это получается, что там было 0 послов у всех, а у меня 6. И египтянин его пересюзеренил зачем-то. У него 8. А, у тебя ж морские города. Да, сорян. Это поворот. Да, что-то я забыл, я тут единственный, собственно, на суше сижу такой. Думаю, нафига кому-то Окленд нужен? Мне бы не помешал. Да, мне бы тоже бы не помешал бы Окленд. Ну так пересузереньте. Послов нету. А чё у нас там, 5 ученые висят, да? Опа. Этого я не хочу, на самом деле. Ну я забрал вообще-то ученого прошлого. Поэтому это ваше... Не, ну, а вот этого кто? Ну, это понятно. Ой, я извиняюсь, за... это мой. На этом пока все, продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!